В Грецию возвращены три фрагмента афинского Парфенона, которые по меньшей мере с XIX века хранились в Ватикане. Мраморная голова мальчика, голова бородатого мужчины и часть лошади пополнят коллекцию музея Акрополя, открытого в 2009 году. Происхождение этих фрагментов было установлено в середине прошлого столетия. Папа Римский Франциск назвал возвращение памятников важным жестом дружбы, знаком искреннего желания продолжать экуменический диалог. Афины добиваются возвращения других фрагментов Парфенона, которые хранятся в том числе в Британском музее.